Друзья, всем привет! Посмотрите, как красиво. Пару дней шли дожди. Вон роса на солнце блестит. Лес сырой, живой. Как можно не радоваться, когда тебя окружает такая красота. Итак, первая находочка наша в этом году. Как бы это позорно не звучало, люди уже давно находят. Это у нас масленочек. Сейчас посмотрим на червивость. Очень червивый, страшно. Говорят, червивые грибочки, если мы не берем, то нужно их оставлять зверушкам. Итак, сегодня 27 мая, 8 часов утра, в таком незнакомом для меня участке леса мы находимся. Я здесь бываю очень редко, и потому мне тут интересней. Посмотрите, друзья, это же гриб-веселка. Очень интересный гриб. Про его антираковые свойства я читал в интернете. Еще там много интересных фактов о нем. Вот он вылез и изогнулся. Как-то я читал, что он вырастает практически за ночь до таких размеров. Какой густой дуб. Он такой маленький, но вот такой он густой, прям кучерявый. Прекрасная опушечка. Вот чем она прекрасна. Белячок. Первый наш. Ну такой похож на свеженький. Сейчас будем смотреть. Класс. Сейчас мы посмотрим, насколько он червивый. А червивый он, друзья, полностью. Это беда летних, весенних грибов. Весь пронизан. Жаль, конечно, ну. Что ты сделаешь? Червям же тоже надо чем-то питаться. Хотелось бы отметить, что присутствие червей не делает гриб ядовитым. Это проверено уже многими экспериментами и научными исследованиями. Если гриб не трухлявый, то есть смысл за него бороться. Ведь черви попадают в гриб зачастую начиная с ножки. Если только гриб не в густой траве высокой вырос. Срежьте ножку, посмотрите. Возможно, шляпка еще будет пригодная. Если же гриб немного поражен, ну там мы видим какие-то ходы, нужно просто порезать крупными кусочками гриб и положить на 3-4 часа в соленую воду. Черви повылазят, сама мякоть будет чистой. Грибные червячки — это личинки мух, мошек и комаров. Конечно, их больше в дождливое лето. Гриб не страдает от этих червячков. Они наоборот помогают ему, помогают транспортировать споры гриба в почву. Так, пойду проверю под эту сосну и дубки. Я уже заметил, что сосна рядом с дубами дает хороший результат.
О, результат я прям вижу издалека. Смотрите, какая красота. Интересно, он здесь один? Пока не видать больше. Ну-ка посмотрим. Ну вот с виду свеженький. Сейчас проверим на червивость. Есть хороший гриб. Смотрите, чистый совершенно. Отличный. Шляпку от земли сейчас очистим. Существуют некоторые виды грибов, которые совершенно не подвержены атаке червячков. Это лисички и ежовики. Ну, ежовиков я не знаю, не видел, а лисички — это всем нам известные грибочки. Вешенки вообще являются хищными грибами. Они выделяют специальное вещество, которое приманивает микроскопических почвенных червей. Те, в свою очередь, прилипают к гифам, к грибнице. И гриб поглощает этих червячков, когда ему не хватает питательных веществ. Ух, какой красивый. Жаль, червивый весь. Я прям чувствую. Совершенно червивый. Не знаю, может, то птенчики кричат. Это птенчики, наверное. Вот этот дуб уже несколько лет назад я увидел, что его свалило. Но это ему не мешает жить дальше, выпускать вон зеленые листики. Какие-то плюшевые грибочки. О, вижу. Что-то красивенькое. Свеженькое. Беленький. А, их тут сразу да? Три. Ну да, с малышами. Такая семейка. А, комары беспощадные. О, ну они вот недавно, только вот вылезли недавно. Они свеженькие и не червивые, чистенькие. Чистенькие. Да? Да. Еще во многом зависит от почвы. Куда комары, мушки откладывают личинки свои, а куда и не хотят откладывать. Вот. Чистенькие. Я знал, что мы их найдем все-таки. Успокоился. А моя уже идет, ноет. Дим. Ничего не находим, комары Дим. Съедают. Что? Надо меня так близко снимать. Ты понял? Вот так-то. Так что ищем дальше. Бедный птенчик выпал из гнезда. Еще лысенький. Ну, трогать же его нельзя руками. Не будем в этот природный процесс вмешиваться. Первая гадючка в этом году.
Такое красивое место. И дубы тут, и сосны. Вот бывает, ходишь-ходишь, весь лес обошел, ничего не нашел. А в каком-то одном месте сразу куча растет. Вот решил позаглядывать под такие молоденькие кусты дуба. А тут вот такая красота. Беленький. Совсем молоденький. Какой красавчик. Сейчас проверим, не червив ли он. Немножечко, совсем чуть-чуть. Червивенький. Ну, мы его возьмем. Какие причудливые растения. Интересные. Подошел поближе к болотцу. Тут так сыро, темно. И такая вот сыроега большая выросла. Вот. Я ее брать не буду. Не хочется мне такие грибы собирать сегодня. Посмотрим, может, тут что-то есть поблагороднее. Где-то Катя пошла к машине. Ух ты, Ишечка. Это кто тут спрятался? Кто это тут спрятался? Это подберезовичек. Такой красивый. Ох ты. Свеженький. Вот даже на болоте есть грибочки. Чистенький такой. Хороший. Очень сыро возле болота. И вон прям в этой сырости, из этой сырости торчит подосиновик. Сейчас мы проверим, каков он. Но вижу, что не очень он хорош издалека. Просто для интереса. Он старый. Вот такой подосиновичек был. Оставим. Здесь интересно, да. Подосиновики в мае. Тоже бывают. У нас вот он гриб, щетка, съедобный гриб, но я его брать тоже не буду. Очень такое прикольненькое место, здесь хвойный лес и рядышком он водичка. Уже травка, зверобой. У кого, так сказать, срачка, заваривайте, пейте, не стесняйтесь, поможет. Проверено на себе. А вот посмотрите, какое интересное явление. Что это они тут делают? Женятся, наверное. Оса летает. Сколько жуков? Навозников. Прикольно. Я такого не видел еще. Ух ты! А тут их сколько?
не счесть. Красивые такие все. Перламутровые. Это у меня Катюша любит ногти такие делать. Класс. Интересное явление. Ой, прям нападает. Фу. Удивительно, я столько жуков еще не встречал в одном месте. Катюша любит ноготки себе такие делать, как эти жуки. Говорит, светлячки. Говорю, не светлячки, а жучки-навознички. О, а это что за малявка? Это что, беленький? Ну-ка. Беленький. Красавчик. Чистенький. Отличный, повезло. О, вот и первая черепашка по имени Наташка. Привет. Привет. Маленькая. Там болотце, то она туда ползет. Ну вот, несмотря на такую неплодотворную прогулочку, я все равно доволен. Ведь главное что? Главное — природа, теплое семейное общение. Да? Да. Всем пока, до скорых встреч!